Друзья, у нас есть две удивительных девочки. Над ними издевался мужчина. Они сидели у зэка, в общем. Наконец его опять посадили, детей освободили. И вот теперь они не выносят мужчин, не выносят. Я обращаюсь ко всем. Пожалуйста, мои хорошие, обращаюсь ко всем. Мама и дочка, пожалуйста, помогите. Помогите найти детям дом. Ну, они вообще великолепные, замечательные, чудесные девочки, да. Хорошие. Они доверяют женщинам, они любят женщин. К сожалению, они рычат на мужчин. Но я прошу вас, помогите детям найти дом. Они маленькие, им по 40 сантиметров всего лишь. Замечательные, красивые дети. Такие солнышки мои, красивые, хорошие. Пожалуйста, помогите детям найти дом. Люди, я обращаюсь ко всем вам. Помогите детям найти дом. Ребята, вы не представляете себе, как они хотят домой. Да. Вот такой ребенок у нас хороший, такой замечательный. Да. Ребят, мальчик, бывший домашний, его вот отдали, и смотрите, что твой ребенок творит. Ну почему? Почему? Берут, наиграются с щенками, а потом бросают. А они должны здесь страдать? Ну нельзя так. Ну нельзя, ребята. Ну это бесчеловечно. Замечательный, хороший ребенок, чудесный просто. Да? Не вышибай. И вот еще ребенок у нас. Да, глазки разные. Подожди, зайка. Вот так. Не дает, мальчишка не дает. Да, мое солнышко, мой хороший, замечательный ребенок. 45 сантиметров ростом. Я прошу вас, друзья, обратите внимание на наших детей. Я вас очень прошу. Им очень. Им нужна семья. Прошу вас. Я вас очень прошу.